еще пойди всех притык. Освободились, и они все выходили. Из ада. Точно. И все ребята точно так же в Америке сейчас, и в Англии, празднуют праздник Хэллоуин 31 числа. Они не учатся. Помните, вам Гаррисон сказала? Никто не учится, потому что в этот день у них происходит праздник, и у них устраивается парад. И мы сейчас с вами тоже устроим парад костюмов. Давайте договоримся, я вам сейчас в первый раз праздную такой праздник, да? А потом будем чаще, тогда вы будете знать, как это делать. Сейчас я попрошу, я включу музыку, попрошу вас встать друг за дружкой по кругу, и вы пройдете несколько раз по кругу, ладно? И мы посмотрите, мы все посмотрим на ваши костюмы. А потом, посмотрите, пожалуйста, я попрошу каждого подойти, выйти сюда, каждый по очереди будет выходить, и говорить, кто он такой, чтобы мы знали, да? Ничего страшного, а что вы говорите тогда? Хорошо договорились, чтобы мы знали, посмотрели на ваши замечательные костюмы. Да, ребята в Америке, все показывают. Готовы? Так, ты можешь, кругом работать. Вы будете все Толи выходить, я хорошо дарю. Да это на камеру. Выходите по радам, чтобы вы прошли. Так. И пошли три круга. Улыбайтесь и двигайтесь. А ты у
Ура! Серьезно? Покажи мне маски, чтобы мы видели, какой ты страшный. Они выходили. Все вышли? Они без костюма. А ты что? Никто. А ты у нас? Никто. А, так мы же в костюме. Вот они. Желтыми зубами. Ничего. Толя, выходи. Да, Толя. Да. Мария. А Маша, пошел. Настя, выходи сюда. Маша, да. Маша, кто еще остался? Наташа. А, нет, выходи. Выходи. Вот сколько у нас сегодня красивых костюмов. Выбирайте лучший. Называйте, кто лучший. Алена с Ниной. Алена с Ниной. Хорошо, Алена с Ниной сегодня победили. Похлопаем мы. Вот у нас сегодня по подарку. Да, лучшие костюмы. Садитесь, пожалуйста, спасибо. А сейчас мы с вами поиграем в игры, как вы играете в этой школе. Потому что я сказала, в этот день они не учат. В этот день они весь день играют. И мы с вами будем играть. Я надеюсь, что вы со мной поиграете. Надеюсь, что вам понравится. Вспомним сначала игра, которую играли мы, по-моему, в прошлом году. I put my right hand in. Помните? Вставайте в круг быстренько. Мы пойдем в стулья нам мешать. Вставайте так, чтобы пошире, двигаться. Пошире круг, там еще раз так, круг надо. Приучитесь, чтобы круг хорошо встать. Стулья там близко туда немножечко. Раздвиньтесь. Стали? Так, это будет инна. Когда она будет из круга выходить, это будет ау. Готовы? А слова какие? Помогайте, кто знает. А кто не знает, учитесь и говорите вместе с нами. Потому что слова одни и те же. Только будут меняться слова, меняться предметы, тело. У нас будет сейчас hand. I put my right hand in. Готовы? Джон.
Ладно, готовы? Готовы? 3, 4. Where does John live? He lives in the rain. Остановись. Ну-ка, давайте поговорим. Еще раз. Все нашли? Where does John live? He lives in the rain. Where does he work? He works in the rain. When does he work? He works all day and he works all night at the bank, at the bank, at the great big bank. Where does he study? He studies at the bank. Where does he sleep? He sleeps at the bank. Why does he spend all day, all night at the bank, at the bank? Because he loves his bank more than his life and he loves his money more than his life. Thank you. Sit down. Little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. Thank you. Пространство у вас есть, выходите вокруг стулья. Помните как? Музыка будет играть. Пока музыка играет, выходите вот так вот. Против часовой стрелки по кругу. Не вокруг стула, как мы раньше, а вот так, по кругу. Как только музыка останавливается, вы должны сесть на стул. Готовы? So let's play musical chairs. А можно брать этот стул? Я знаю, не волнуйтесь, пожалуйста. Thank you.
Привет, платочки. Во время игры, понимаете? Все, готовы? Готовы, встаем. Так. Поехали.